К другим темам. Все программы по развитию экономики страны должны получить финансирование. На совещании у президента обсуждались параметры бюджета на ближайшие 3 года. Владимир Путин заявил, сейчас в глобальной финансовой системе происходят масштабные изменения. Необходимо учитывать их в российской экономической политике. Опять мы находимся на этапе изменений международной мировой экономической конъюнктуры, которая так или иначе сказывается на нас. Слава Богу, это пока не кризис. Будем надеяться, что он и не разовьется в такой ситуации, не разовьется в кризис, потому что на некоторых ведущих мировых площадках и в Северной Америке, и в Азии, и в Европе мы все-таки отмечаем элементы стабилизации экономики. В конечном итоге это отразится и на нас, как на части мировой экономики. Но вместе с тем мы обязаны исходить из того, что бюджет, который мы с вами готовим, который готовит правительство, это все-таки должен быть бюджет развития. Это чрезвычайно важно. Поэтому вот особенность как раз заключается в том, что мы должны проявить осторожность и исходить из реалий сегодняшнего дня, но все-таки не забывать о долгосрочных целях экономического развития страны. По словам Владимира Путина, накопленных резервов хватит на важные транспортные проекты, в том числе на модернизацию Транссиба, БАМа и строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Казанью. Президент также подчеркнул, сейчас необходимо сосредоточить внимание на финансировании восстановительных работ на Дальнем Востоке.